А где интерес граждан? Интерес граждан им объяснило государство вместе с западными партнерами. Граждане защищают весь мир от нашествия чумы, фашизма, путинизма и так далее. Поэтому ваши смерти не напрасны, мы спасли мир. Классно, я сижу в Америке. Американцы вам скажут когда-нибудь спасибо за то, что мы их спасли? Они скажут, кто нас спас? Мы тут спасены уже давно, 200 лет нет войны на территории Соединенных Штатов Америки. Потому что у нас правительство, и Байден, и все президенты зависят от избирателя. И он, если кто-то принесет войну на территорию Америки, вот это будет последний день пребывания. Повесят нафиг. Потому что американцы заточены на национальный интерес своей национальной буржуазии. И за это идет борьба между транснационалами, так сказать, демократами и типа защищающие интересы малого и среднего бизнеса Трампа. Но когда ты смотришь в Украину, там вообще никто не защищает украинского гражданина.